спрашивать у меня, куда мы едем, я уже забыл. Расскажи хоть в общих чертах. Вспомнил. Это называется аббатство Мохтмен. Примерно 12 миль от Руана на юго-восток. Должно быть очень красиво. Но наша главная цель – увидеть сельскую Англию. Какую Англию? Францию? Францию. Я не выспался. Мне крюндель не давал спать всю ночь. Андрюшка. Не настроен разговаривать. Он тоже не выспался. Ага. Водителя обозначено как город затерянного града. Thank you.
И булочки. И много. И булочки. Не пищина. Она не пищина. Она не пищина. Почти на всех домах на окнах ставни. Для рыбалки дождливый день. Что это такое? Сено. Сено. А кто его кушает? Ковая лошадка. Ковая лошадка. Пошла вот туда. Сено. Аббатство Мортимер.
Ой, куда? Следующая остановка Шато Гилард. Вон туда. Эровские развалины. Шато Гилард. Замок. О, там еще большой. Там еще большой. О, как остановился. Это река Сена. Вот там выше по течению будет Париж. Как-то так.
Arriving at Chateau de Vasco. On right. Можно изуродовать хорошее французское поместье. Наша последняя на сегодня остановка — Шато Матренвиль. Смотрим. На этом ездили предки, о, вернее, владельцы этого шато в прошлом. А на этом настоящем. Прям ямок. А на этом, видимо, в будущем. Сельская Франция. Домики. Как
Корова пасется. Снова домики. Дядь на тракторе. Поле спасибо. Замки.